Добро пожаловать на канал Hardware's Info. Перед нами находится девайс Lenovo Tab P11 второго поколения. И сейчас мы разберемся, как помочь аккумулятору данного девайса работать подольше. Итак, для начала. Самое первое, что нужно знать для того, чтобы аккумулятор работал больший срок, это то, что нужно заряжать наш девайс исключительно заводской зарядкой. Исключительно той зарядкой, которую вы приобрели вместе с вашим планшетом. Второе, что вам нужно знать, это то, что желательно не заряжать ваш телефон больше 80% и не позволять заряду батареи спуститься ниже 20%. Так как если заряд спустится ниже 20%, аккумулятору придется выдавать ту же мощность, что он и выдает при 100%, что будет его перегревать, и он со временем будет портиться. То есть самое оптимальное — это держать ваш планшет между 20 и 80%. Что мы можем сделать еще в настройках нашего девайса? Переходим в настройки, и здесь переходим в раздел батарея. Здесь в случае, если планшет спустился ниже 20%, у нас есть режим энергосбережения. Вы его можете включить. И таким образом на планшете включатся различные протоколы, которые позволят вашему аккумулятору работать поменьше. Таким образом, при режиме энергосбережения планшета хватит на 8 часов и 28 минут. Ну, ладно, здесь не показывает, сколько при энергосбережении сберегается заряда. А также, что здесь можно посмотреть? Расход заряда батареи. Можно увидеть, какие приложения наибольше едят заряд нашего планшета. Таким образом, потом можно зайти в экран и ограничить использование. То есть ограничить с оптимизацией или без ограничения. Выбрать режим расхода заряда данным приложением. Также можно оптимизация использования ресурсов. Можно включить режим защиты батареи, который будет по-умному с той системой, которую Lenovo придумал, заряжать ваш планшет. То есть заряжая, поддерживая зарядку между 40% и 60%. То есть он будет включен автоматически, если ваш планшет заряжен до 100% и очень долго стоит на зарядке. Чтобы не расходовать мощности и, в принципе, срок годности аккумулятора, будет включен режим защиты батареи. Также есть режим обслуживания батареи, который позволит нашему планшету самому управлять процессом заряда для продления срока службы батареи. Также есть диспетчер батареи, который будет переводить в сон все приложения, которые просто так едят фоновые процессы и тем самым тоже поглощают аккумулятор. И также есть уровень заряда батареи, который можно включить, чтобы видеть, сколько у нас заряда осталось и понимать, нужно ли ставить или планшет на зарядку или нет. Также вам нужно держать все дополнительные функции в панели управления выключенными, например, Bluetooth. Здесь динамику можно выключить. Также выключите доступ к микрофону и камере. Проследите, чтобы они были выключены. Геолокацию нужно выключить. И яркость можно сделать пониже, если это позволит вам все так же видеть все то, что находится на экране. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!